Парвиха Лакшери Вилледж принимает сегодня в своих гостеприимных стенах Горилла ММА серию по 33-м порядковым номерам. И мы продолжаем. А на очереди у нас поединок средневесов. И в синий угол клетки добро пожаловать Шамиль Абдулхаликов, Дагестан. Итак, Шамиль Абдулхаликов, известнейший 32-летний дагестанский боец, экс-чемпион Лиги Про FC, и, наверное, многие из вас помнят громкий бой, который случился на турнире Про FC 57. Тогда Шамиль бился с Михаилом Колобеговым уже во второй раз. Вообще же Абдулхаликов выступает с 2010 года, но свой крайний бой провел в марте, внимание, 2017. Так что простой более чем приличный. Вся карьера Шамиля похожа на зебру. Сначала 3 победы, потом 3 поражения. Правда, там были такие ребята, как Алексей Ефремов и Михаил Царев. Последний, вообще, можно сказать, считается криптонитом для Абдулхаликова, так как он ему проигрывал аж 3 раза. Потом была громкая 10-матчевая победная серия. Были повержены такие бойцы, как Ренат Лятивов, Михаил Колобегов, Валерий Шпак и другие. В 2016 году Абдулхаликов перешел в ACB и провел там 3 боя. Сперва выиграл у Абдулрахмана Джанаева, а потом уступил дважды треугольником уже упомянутому Цареву и Грачику Базиняну. Всего 12 побед, 5 поражений, 7 побед нокаутом, 3 победы приемами. Очень интересно посмотреть, в какой форме сейчас Шамиль. И в красный угол клетки добро пожаловать боец из Лыткарино Денис Кириллов. И соперником Шамиля будет Денис Кириллов. 3 победы, все с сабмишеном, 2 поражения техническим нокаутом. Начал свою карьеру в 2019 году. До этого у него был поединок по любителям. В 2015 году проиграл тогда Алексею Савину. В профессионалах все поединки выиграл досрочно. В первом раунде выходил на армбар с Михаилом Бурвеневым, душил Алимардана Сайдалиева и Владислава Шабалина. Проигрывал всегда тоже досрочно. Базовый борец, очень здорово работает в партере, проходит за спину, садится быстро в фулл-маунт. В общем, делает все, что нужно для победы. Но в удары особо никогда не вкладывается, а предпочитает всегда переводить в партер и работать там. Так что очень интересное противостояние будет между Денисом Кирилловым и Шамилем Абдулхаликовым. Уважаемая публика, я представляю вам участников схватки. И первым бойца, который стоит по правую руку от меня и выйдет на этот поединок из синего угла. Ему 32 года. Его официальный вес 84,1 килограмма. При росте 185 сантиметров. Его профессиональный рекорд 12 побед при 5 поражениях. Представляющий клуб «Горец». Дамы и господа, встречайте Шамиль Абдулхаликов. И прямо через клетку, напротив, боец, который стоит по левую руку от меня и выйдет на этот поединок из красного угла. Ему 28 лет. Его официальный вес 83,9 килограмма. При росте 180 сантиметров. Его официальный рекорд 3 победы при 2 поражениях. Представляющий клуб «Самбист» Денис Кириллов. Бойцы, на середину. И ваш рефери на этот поединок, господин Меркулов Никита. Бойцы, вы профи, уважайте другого. Покажите честный зрелищный поединок по углам. Ну что ж, Шамиль Абдулхаликов, Денис Кириллов. Первый раунд, бой! Средневесовая категория, то есть дивизион до 84 килограммов. Смотрим, в какой форме Шамиль сейчас. Сразу же, да, действительно полетел в борьбу. Денис, видимо, ожидаемо. Зацеп пытается делать Абдулхаликов. Он боец по-настоящему универсальный. Который видел все на своем веку. И, конечно, удивить его крайне сложно чем-либо. И все-таки заваливается вперед. В полном ауте уже оказывается Кириллов. Пытается он развернуть соперника от сетки. Все делает очень грамотно Денис. И здесь необходимо еще ногами помочь себе развернуть соперника. Сопротивляется Шамиль Абдулхаликов. И колено на животе пока.
Подключает колено Абдулхаликов. Максимально стремительное начало от Кириллова. Но необходимо ему развивать успех в борьбе. Скорее, в хавгарде сейчас находится Денис. Пока без ударов. Здесь локти пошли. Абдулхаликов ждет. Пытается освободить руку Абдулхаликов, чтобы нанести удар. Но Денис Кириллов умело защищается, хоть и пропускает. Нет, с этой стороны выбраться пока не получается Шамилю. И Абдулхаликов пережидает. Да, пауза была очень большая. Начинает бить локтями сейчас Шамиль Абдулхаликов. Снова освобождает руку. Ничего критичного пока Шамиль не пропустил. Связывает Денис Кириллов очень умело, грамотно своего оппонента, не дает бить по себе. Ну и сам пока атаки не проводит. Да, активно Шамиль накатывает. И подбирает под себя ноги оппонента. Удар справа. Ну что ж, и здесь уже в хавгарде оказывается Абдулхаликов. Пытается вставить ноги под бедра. Денис пока неудачно. И там еще и шею пытается прихватить. Да, возможно, здесь удушающий прием, конечно, но не тут-то было. Бдителен, все видит Шамиль. Руку отключить вместе с ногой там не получается пока. Попадает справа сейчас. Абдулхаликов еще одну атаку проводит. Да, здорово здесь в разрез. Несколько раз попал Шамиль. И хаммерфисты, и боковые удары. И справа точно по цели бьет Шамиль Абдулхаликов. Очень здорово отрабатывает. Там уже есть кровотечение. И закрывается. Оборона близка к пассивной на самом деле у Дениса Кириллова. Да. Рефери внимательно следит за состоянием и готовится остановить бой. Пока перекрывается Денис Кириллов. А терпеть еще долго. Рука отключена у Дениса. Но Абдулхаликов неумолим. В борьбе пока Денису Кириллову равных не было. Всегда побеждал, когда переводил в партер своих оппонентов. Но вот сегодня мы видим, что опыт Шамиля Абдулхаликова сказывается. Ну и таких соперников, как Шамиль, у Дениса в карьере еще не было. Чуть больше 30 секунд. Там и сечка серьезная на лице у Дениса. Абдулхаликов опять обходит защиту. Накатывает корпусом. Освобождает, похоже, колено и ногу. И может здесь уже просто не хватить времени. Полный маунт. Мастит Кириллов. Наносит очень много тяжелых ударов. Так. Ну что ж, была сдача все или нет? По-моему, рефери остановил бой. Да, это уже было похоже на избиение. А там сидели у нас Абукар Яндиев, чемпион М1 в легком весе. После завоевания титула в поединке с Александром Бутенко он завершил карьеру. И вы знаете, если я ничего не буду, то там еще известный прошлый футболист Руслан Нигматуллин присутствовал. Ну что ж, яркое возвращение Шамиля Абдулхаликова.
после простоя с марта 2017 года. Итак, уважаемые дамы и господа, в этом поединке ввиду сдачи красного угла техническим нокаутом победу одержал Шамиль Абдулхаликов. Серега! Поздравляем Шамиля Абдулхаликова с этим успехом и с возвращением. А сейчас смотрим наиболее яркие моменты этого противостояния. Я напоминаю, что именно Денис Кириллов попытался сначала перевести Шамиля Абдулхаликова в партер. И у него это не получилось сделать. Оказался на спине, сначала грамотно очень защищался, но в конечном итоге удары Шамиля Абдулхаликова сказались. И в конечном итоге Денис Кириллов потерпел поражение. Абсолютно безжалостные добивающие удары. И это была, похоже, вербальная сдача.